Привет, Обе. Ты оградился от общества. Активируйте два распределителя, чтобы открыть дверь. Ты пораньше не мог сказать быть осторожным. Я же не смотрел под ноги-то, я бежал. 5 минут осталось, нормально успеваем. Всем привет, с вами Бояра. Продолжаем пилу. Короче, мы вроде как идем в крематорий. Спасти зачем, не знаю, но спасаем мы какого-то пацана, который решил себя там, типа, знаешь, испытать испытаниями всякими. И сам сдался кондуктору, конструктору, вот этому хренуктору. Ну, не знаю, короче, разберемся. А ты не забывай подписываться на канал, ставь лайк, комментируй, нажимай на колокольчик. Короче, поехали. Короче, поехали. Писали в комментариях, что Бояра, а включи музыку дополнительно, чтобы, типа... Но в игре же уже есть музыка. В игре есть музыка, которую сделал разработчик, чтобы мы были вот в этой атмосфере. Если я сейчас включу какую-нибудь фигню, это будет уже выбивать из атмосферы, это уже будет не то. А письмо от Освальда. Бэм, встретиться с тобой было просто здорово. Мне очень понравилось. Пишу это письмо, чтобы открыться, объясниться. Скажу прямо, я не буду помогать тебе писать книгу. Я сейчас пишу свою, а сотрудничество с тобой плохо отразится на ее продаже. Но спасибо за весело проведенное время. Я бы сказал, что не хотел тебя обмануть, но мысль о том, что тебе пришлось так расплатиться, вызывает у меня улыбку. Освальд Макджиликати, больше мне домой не звони. А кстати, по-моему, мы же девчонку спасаем какую-то, да? А почему у меня хпшки так мало? Надо срочно попить из унитаза. КПшки у меня мало. По-моему, мы спасаем девчонку. Или нет? А писательницу. Да, мы спасли Освальда. Это журналист. А сейчас мы спасаем писательницу. А мужчина 28 лет, ищет свет. Не умеет ценить жизнь, прожигает ее. Нуждается в наставлении от мастера игр. Ищет фрагмент пазла, чтобы выполнить свою задачу. Подпись потерянный. Это про меня, скорее всего. Хотя не точно. Коктейль Молотова не буду брать. У меня пистолет еще с двумя патронами. Вроде бы с двумя патронами, не знаю. Найдите ловушку Обе, подайте питание на ворота поста охраны, чтобы пройти. Окей, хорошо, я понял. Надо найти опять этот коммутатор, или как его там, коммутатор, потом эти проводочки провести, все. Все одно и то же. Все одно и то же, это мы все делали 1000 раз, все легко. Главное, у меня так руки болят, ты просто не представляешь. И я же говорю, а нет, не нужен распределитель, ладно. Погнали. Скорее всего, это нужно сделать вот... Скорее всего, это надо оставить так, то есть это вот сюда. Кстати, писали в комментариях, что я один из немногих летсплееров, кто вообще справился с этой задачей с первого раза. Так тут легко что-то справляться-то, это же обычная, блин, механика, логика, я не знаю, как даже объяснить это. Так, ага, уже что-то пошло не так. А нет, все так, все нормально. Тут вообще ничего сложного нет, это же просто, ну, что, как будто, знаешь... Мутнеет все, или мне кажется, я не понимаю. Это же просто задачка на внимательность и логику. Тут нет ничего экстраординарного. Тут нет ничего сложного. Ты просто понимаешь, откуда, куда идет, и все. Я не электрик, и то разбираюсь в этом. Кто там? Непонятно. Тут что? А у меня есть. А зачем? А зря, да? А зачем? Ну, я потратил просто так этот долбанный, короче, предохранитель. А, тут еще один восполнил, хорошо. Это, скорее всего, сейчас просто пацаны пойдут. Я когда открою ворота, пойдут пацаны. Да, блин, там стекло еще. И чтобы пацанов обезвредить, мне нужно включить электричество, да? Хорошо, давай. И если игра просит, давай так и сделаем. Так, пацаны откуда выйдут? Эй, пацаны. Опять же у меня... Тихо. А, я не успею. Да, ну ладно, давай. До свидания. И все? И все? Серьезно? Где толпы врагов? Да, кстати, последний патрон остался. Кондуктор-конструктор. Где толпы твоих врагов, моих врагов? Cut by a surgeon's hand. Отрезанная рука медика. Или отрезана руками медика. В руке хирурга ключ к жизни. Это неправильно написано. Cut by a surgeon's hand. Cut — это отрезать, а разрезать — отрезать. By a. То есть
чем-то. Отрезана Сэр Джонс. Это медицинская, ну, это медработник. То есть медсестра, медперсонал, доктор-врач. Хенд, рука. То есть отрезана медицинским работником. А, медицинской рукой. Причем здесь, блин, вопрос о ключе вообще не понятно. Это неправильный перевод. Стул Раша. В некоторых крыльях есть смирительный стулья Раша. Достаточно старой конструкции, подходящей для музея, но вовсе не экспонаты. Отец американской психиатрии, один из авторов Конституции США, Бенджамин Раш, разработал этот стул для замедления притока крови к головному мозгу и предотвращения безумия. С современной точки зрения, это просто ерунда. Мы используем эти стулья для временной изоляции больных, пока не будут отремонтированы изоляционные палаты. А это, скорее всего, используют для пыток. Окей, я понял. Стул Раша. Кто там опять за мной наблюдает? Что ты за мной все наблюдаешь? Хватит за мной наблюдать. Я стесняюсь, когда за мной смотрят. Вот ты, когда за мной смотришь, я не стесняюсь. А вот когда вот такие вот за мной смотрят, я стесняюсь, я нервничаю. Я начинаю паниковать и беситься. Волк где-то. О, здорово. Че, ну я что сделаю-то? Сиди, давай. Крематорий. Печь крематория Уайтхерст современная во всех отношениях. Печь прогревается до 870-980 градусов Цельсия для полного испарения органических веществ. Перед помещением в главную камеру, называемую ретортой, с тела снимают все украшения и металлические предметы. Обратите внимание, что сжигать более одного тела за раз в этой стране незаконно, хотя нарушение этого закона не может стать основанием для иска. После кремации обычно остаются мелкие куски костей, которые перерабатываются в мельнице, называемой кремулятором. Эти останки и отдают семье или, в случае лиц, находящихся под опекой государства, развеивают. То есть выдают не пепел, не прах? А выдают, получается, костную муку. Вот это внезапно, это я не знал. Либо врут. А, блин. Либо врут, либо я не знал. А зачем я туда иду? У меня всего один выстрел. Я думаю, этому пацану с металлической хренью на башке... Как сменить? А я ничего не могу сделать. Я этому мужику ничего, наверное, не сделаю. Ну и ладно, я его потом руками заколупаю. А где он, кстати? А к нему не попасть никак. Ноябрь написано. К нему никак не попасть, это грустно. Ну вот что вот здесь может быть? Что вот здесь? Ну давай откроем. О, так это легко, ладно. Ладно, это не сложно. А я забыл опять, какую кнопку шип, да? Это, ладно, такая несложная. Что там? Схема взрывающейся ловушки. Да у меня нет места уже для этих ловушек ваших. Мне, кстати, писали в комментариях, что ловушки пригодятся для свинобосса. Ну, посмотрим, не знаю. Пока не вижу, на самом деле, смысла в этих ловушках. Хотя сказали там, у тебя будет какой-то шанс справиться и без этой ловушки. Ну, не знаю, не знаю, посмотрим. Открывай давай. Так, здесь попить наверняка можно будет. Темно, ничего не видно, страшно. Фотоаппарат. Не надо мне фотоаппарат. Плавали, знаем. Тележка для покупок. Вкусно. Я не буду пользоваться картой. А ты знаешь, что мы нашли в этой игре карту? Я просто буду... Ага, это срезик. Ладно, понял. Я буду... Но тут не такой лабиринтно-подобная игра. То есть тут все-таки все коридорно. И все понятно, и видно, куда нужно идти. Очень редко бывает, ты не понимаешь, куда идти. То есть в любом случае ты придешь туда, куда тебе надо, рано или поздно. Вопрос времени. Труба? Нет, не надо. Так что не будем пользоваться... Карта для слабаков. Вот ты вот просишь меня карту постоянно нажимать? Не буду я нажимать карту. Карта для слабаков. Давай рассказывай. Иди сюда. Ты где? А ты что, ничего мне не скажешь? Я найду тебя, черт возьми! Я слышу тебя! Где ты? Я здесь! Выходи сюда! Mark the spot. Отмечены места. Ты где? Я здесь. Ой, не, это надо будет его взорвать, да? Место отмечено крестом, да, отмеченные места. Ну, вот эти уж трудности перевода. Ну, каждый переводит по-своему. Главное, я донес смысл. Самое главное. Кому? Тебе?
Не, да я не буду тебя взрывать, я же не этот, не маньяк. Давай, выходи. Я не буду его взрывать, это жестоко. Но если он на меня нападет, я его завалю. Вот, ой, кончились, патроны кончились. Извини. Он сам на... Это самооборона. Там бы было убийство, это самооборона. Так что ничего не знаю. Все в рамках закона. Я как детектив официально заявляю. Все в рамках закона, что там? Скальпель, по-моему, да? Или меч какой-то? Нет, он мне не нужен. Хотя... Нет, у меня все равно шестеренок нет. Все было в рамках закона. Я поступил по совести. Я человека отпустил? Отпустил. Как полицейский я его спас, выполнил свой долг. Он мог убежать спокойно, но он на меня напал. Поэтому, применив самооборону, он сам, так сказать, подписал свое... А сейчас можно проверить. Может быть, откроется, кстати, сундук, и я возьму скальпель. Я применил самооборону, ничего не знаю. Так что не надо меня осуждать. Осуждаю вообще... Вот видишь, как-то вот затуманивает, как будто вот на границе, видишь, вот на границе затуманивать начинает. Ничего не открылось, да? Жалко, а я думал откроется. Ну и ладно. Ну и ладно. Снова только мы и молот, и наковальня. Хо-хо! Скоро бояры такие живут, да. У меня руки болят, у меня руки и руки болят. Просто пипец после тренировок. Ноги у меня не так болят, потому что я постоянно пешком хожу. И очень много я пешком хожу. То есть меня как бы такие проблемы ног не беспокоят. Но, когда я тренирую грудь и руки, это просто пипец. У меня начинает потом неделю все болеть. Но это потому, что не постоянно занимаешься. Ясно. Я ушел. Это потому, что не постоянно занимаешься. Любая тренировка, любые занятия должны быть систематически, чтобы мышцы привыкали. Если мышцы не привыкают, то ты им делаешь стресс. Что? Нифига. Нет, ничего. А стресс для мышц, это с одной стороны хорошо, нагрузки дополнительные, но с другой стороны плохо для тебя, в целом для организма. Потому что ты начинаешь потом неделю загибаться, у тебя все начинает болеть, все. Это жестоко, ну давайте сперва почитаем. Выведение жидкости. Мы обнаружили интересные результаты, касающиеся лечения при использовании жидкости для создания психического состояния пациента. В исходных испытаниях мы обнаружили, что пациенты становятся гораздо спокойнее после отбора порядка 1000 мл крови. Мы продолжили испытания, чтобы определить, становятся ли пациенты спокойнее после обезвоживания, удаления простаты, слюнных желез и другого. Это жестоко. Не, я понимаю, можно как бы слить кровь, сдать как бы на донорство. Ты потом вялый, ну хотя бы пару дней там на шоколадке поесть, чтобы восстановить вот это сахар в крови, восстановить кровообращение, чтобы как бы все проще было. Есть очень много фруктов, красных, причем фруктов типа граната. Клубники, обязательно пить много томатного сока, есть помидоры. То есть красные овощи, они влияют на кровь. Зеленые овощи, насколько я помню, влияют на мышцы, возможно. И желтые, по-моему, на обмен веществ. Ну, короче, по цвету, на самом деле, все овощи и фрукты тоже как-то влияют по-особому на организм. У меня есть в подписчиках медицинские работники, возможно, они подскажут и развеют миф, который я вам тут наврал, так сказать. Вот это жестоко, кстати, это как акробатика пошла. Давай только аккуратненько, пожалуйста. Вот у него опять А можно как-то камеру-то мне показать? Игра, ты с ума сошла? А сохранения не было, да? Закрыла мне обзор этой долбанной балкой. Ну это не про... Блин. Это неправильно, нечестно. Я считаю, что это, ну, это неправильно. Я быстро это все скипаю. Но это неправильно. Так не должно быть. Если ты подразумеваешь. А куда ты делся, кстати, чувак? Если игра подразумевает то, что я должен пройти по очень тоненькой дощечке. Что там, двойка? По очень тоненькой дощечке. И... Внизу шипы? Ну или в данном случае эти... пилорамы. Эти циркулярные пилы. То почему... что там было? Схема ловушки? Нахер. Нахрен схема ловушки. Вот, то почему они мне загораживают обзор? Это неправильно, это подстава чистой воды.
Надо было просто быстро все сделать и все. Не париться. Говори со мной. У меня, кстати, два патрона остались. Давай, иди сюда. А я не пойду к нему. Подожди, где? Где? Парень, ты откуда? Я даю тебе второй шанс, ты остаешься жив. В этот раз ты остаешься жив. Они еще пацаны рандомно появляются. Я надеюсь, он не выйдет и сзади меня не возьмет, потому что это будет плохо. Мне не понравится такое. Если он типа сейчас освободится и пойдет за мной. Но это будет неправильно, как минимум. Это срез, да, насколько я помню? Нет, это не срез. А где срез? Я же находил срез. Короче, сиди там, я тебя спас, считай, что я не буду тебя трогать. Живи на сегодня. Я сегодня добрый, живи. Вот, ну это неправильно. Давай, окей, быстро. Давай это быстро сделаем. А, ну вот, конечно, быстро надо было все сделать, и все, и нормально. Никто нам ничем не помешал. Так, брось. Сломай. Да сломай! Зель. Кстати. Вчера был стрим Чанский по супер игре. Ты был на стриме? Ставь плюс в чат, если был на стриме. Ой, проверю всех, кто был на стриме и кто ставит плюс в чате. Всех проверю. Если кто-то меня обманул, нехорошо. Немножко стула. Буду ругать, наказывать. Классная игра, кстати, мне понравилась. Наверное, я не знаю, я записываю до стрима. То есть сегодня будет стрим. По факту сегодня будет стрим. Вот я сейчас видос запишу, завтра выложу. А сегодня будет стрим Чанский. Ну, скорее всего, мне понравится. Но такие игры мне не могут нравиться. Я люблю такие. Главное, чтобы вам... Нет, зачем ты это взял? Револьвер возьми. Главное, чтобы вам понравилось. Все же ради вас. А давайте хильнемся, почему нет? Поэтому сегодня, вот сегодня посмотрю, кто на стриме будет. И завтра, чтобы к видосу все плюс поставили, лайки там, вот это все. Замороженная рука, зачем? В руке хирурга ключ к жизни. А, мы взяли ключ. Окей. Непонятно, как это сработало, но... Даже смерть руками пустит ключ. Чего вы меня ждать, пока она оттает? Предлагаю найти более радикальный способ разогреть ее. Куда? Троечку. Он, короче, говорит, а в руке... А, это я узнал, что в руке ключ у какого-то замороженного медика. Эдика. Вот. Получается, это срез, да, опять? Да, смотри, это опять срез. И вот, получается, мне надо кого-то, короче, поджечь, походу. Ну зачем? Брось ты это. Либо револьвер, либо кулаки. Третьего не дано. Че записок так мало? Вот, кстати, этот пацан-то. Мы его искали, он куда-то пропал. А он, кажется, все это время здесь был, ждал нас. Хотел нас это, знаешь? Да, он крематорий. Здорово. Блин, ты можешь голову поднять? Я бы тебя взял там на превьюшечку. Типа ты такой интересный. Ну, если только... Возможно, я не знаю, будет какой-нибудь еще крупный... Кстати, секрет. Опять изготовление ловушек, да? Да, я угадаю. Нет, револьвер хочу, беру, конечно. А шестеренок-то у меня нет. Ну, вот. Вот, позарился. Блин, надолбанный шприц или что там было? А шестеренок нет. Ну, сейчас бы был револьверчик. А вот и шестеренки, собственно. Хорошо. Это уже не может не радовать. С револьвером как-то безопаснее. Ты издалека можешь выстрелить. А если двое будет? Ой. Ладно, погнали. Ага. А вот и все, так легко, ну что? Сейчас опять начнется вот это в комментариях. То тебе легко, то тебе сложно одно и то же. Вот эти душнилы в комментариях. Ну, что поделать, да, вот так вот. Неопределенный я вот такой вот человек.
Крематорий направо. А я попал, не надо, я выиграл. Все, не надо никаких ловушек, я победил уже босса. Давай рассказывай. Как мне выбраться? Каковы правила? А нет, не девчонка. Думаешь, твое испытание будет таким легким? Нет, не хотел обидеть. Здесь есть люди, которым более интересно найти меня, чем освободить. О, это тебя. Я. Сможешь ли ты убедить их, что тебя стоит спасти? Я не этого хотел. Все? Как? Ну ты же просил там испытания, вот это все хотел свой характер проверить. Сиди теперь, не вопи. Не то, что... Это вот как... Это не знаю, как... Хотел испытать себя, прыгнуть с парашютом, сел в самолет, увидел, короче, внизу вот эту вот высоту и такой: нет, я обсикался, я больше не хочу прыгать с парашютом. А самолет-то уже взлетел, а горючее уже потрачено, деньги потрачены, вот этот уже инструктор ждет, я, короче, с ноги выпинываю и все. Вот такое вот испытание. Да, я первый раз с парашютом именно так и прыгнул, примерно так было. Я как бы не боялся. Никогда не то, что хочется, не так ли, детектив? Чё не так и хочется, не так и... Не услышал, не понял, что он там говорит. Это гроб? Да, это гроб. А это банки с... Это урны с прахом. Для праха, точнее. Тут мы же в крематории идем. Крематория, кстати, группа такая интересная была. 3 минуты 30 секунд. Окей, хорошо. Что делать? Рассказывай. Активируйте 2 распределителя, чтобы открыть дверь. О! Ты пораньше не мог сказать быть осторожным. Я же не смотрел под ноги-то. Я бежал. Я видел цель, я бежал к щитку. Сразу бы сказал осторожно, таких, кто будут ловушки. Никогда не говорит не на то, что хочется. Не так ли, детектив? Да, кстати, да, это да. Нет времени никогда на то, что хочется. Давай, можно пропустить застав? Ладно, еще внимательно смотрим под ноги. Газ меня убьет, да? Ну, конечно, газ меня убьет! Надо же было вентиль сперва найти, закрыть вентиль. Перекрыть газ. А почему так быстро? В тот раз, кстати, оказывается, меня дамажило. Я не сразу умер, я заметил. Да открывайся быстрее, я уже все понял. Никогда нет времени на то, что хочется. Не так ли, детектив? Да, ты прав, полностью прав. Нужен вентиль. Так, здесь где-то ловушка. Вот оно. Да, спасибо, я уж заметил. Заранее такие вещи надо говорить. Вентиль нужен. И распределителя, конечно же, нет. Етить, колотить. Коммутатор прекрасно. И ничего нет, действительно. А тут ничего нет. Так, но это мы уже решали. Это мы уже решали. А 3 минуты всего осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, сюда. Нет, сюда. А, скорее всего, это вот. Нет, это вот так. Вот это вот так. Вот это вот сюда. 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 Вот так. Вот сюда. У меня не хватает времени. Вот что я вам скажу. А второй, мне нужен вентиль сперва. Мне нужно найти вентиль, перекрыть газ. И потом уже идти ко второй щитку. А, вон вентиль. Да он по пути, но я не заметил, в панике. Ну, конечно, и ты молчишь, не подсказываешь. Я же не видел его, вот здесь вентиль. Хорош! Как попасть к вентилю? Время. Цигель. Ай-лю-лю. Ай-лю-лю. Крути быстрее. Давай, корабел. Отдай швартовые. Полторы минуты. Но должна хватить. Так, погнали. Окей, хорошо. Так, это сразу... Да, блин, мышка. Поворот. Сюда. Вот так вот, скорее всего, не так. Нифига. Вот так вот, наверное, да? Вот это поверно. Нет, не понял, погоди. А, вот отсюда, блин, вот тогда вот так. Вот не заметил вот эту прямую, и все пошло по елбе. Это сюда.
Сюда вот, значит, вот так. Значит, вот так. Ну и вот и все. А нет, не все, вот здесь еще одно. Все, останавливайся, останавливай этот таймер-то свой. Уйдите через дверь до взрыва зарядов. А ты должен был так-то остановить таймер. Ты должен был остановить таймер, когда я отгадал твою загадку. Это всегда так работало. Почему он не останавливает таймер? Ну, опять же, за 2 минуты справились. Ну, легко, легко. Вот не надо, там еще 30 секунд как минимум осталось. Не, это ложь. Это ложь, это врут. Врут, все врут. Прошу, прошу, дай другое испытание. Я хочу боль, плевать какую. Боль для тебя слишком просто, Оби. Я предлагаю больше. Я предлагаю тебе шанс на человечность. Да, да. Понимаю. Да что ты там понимаешь? Ни хрена ты не понимаешь. Понималка, блин, не выросла. Давай, кто где? 7,5 минут, это очень долго. Давай, выходи. А что надо сделать? Ух ты, какой жирный! Это босс! Это снова босс! Брось, брось, говорю. Это снова босс, блин. Второй босс получается. Там был первый босс, сейчас второй босс. Оу. Вот это внезапно. А почему голову? А почему голову? Почему голову, если меня должно было пополам расфаршить? Неправильно. Должно было пополам расфаршить, а расфаршило только голову. Это неправильно. Так, ясно. Так, тут, короче, я так понимаю, куча ловушек, да? Прям ясно. То есть тут прям куча ловушек будет. Окей, побежали. Где Вентик? Вижу Вентик. Ты издеваешься надо мной. Нет, вот это вот так. А все, ну все, ну правильно же сделал, все неправильно. Ага. Да, мышка! Открывай быстрее. Нет, надо похилиться, похилиться, похилиться. А нету соединителя! А соединителя-то нету! Вентиль, хорошо. Но нету распределителя. Да, быстрее, быстрее, быстрее. Да, вот так вот было, правильно? Так, неправильно. 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 Вот так хорошо. Неправильно. Нет, неправильно. И так неправильно. И так неправильно. А как, почему неправильно-то? Вот так. Ай, хорошо. Блин, смотри, а там ведь 7 минут идет. А 7 минут ведь идет. А у меня нету этого. Для шкафчика. А вот есть, окей. Ты там сиди, там не вякай. Давай-ка, у меня тут так напряженочка. А сюда, сюда. Нет, нифига не сюда, вот сюда. Погнали в разные стороны. Сюда. А-та-та-ра-там. Та-ра-та-та-ра-там. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-там. Ра-та-та-ра-там, заткнись, пожалуйста. Я знаю, время идет, не подгоняй меня, пожалуйста. Я нервничаю. Так, 6-5 минут осталось, нормально успеваем. Охренеть. Мышка, можно, пожалуйста, ты будешь двигаться так, как я хочу. Это вот так вот, это вот так вот. Это сюда, это сюда. Это в любом случае сюда. Как это? Значит, вот так вот. Так вот, значит, это сюда-сюда. Значит, это будет кверху. Это будет сюда-сюда. Это будет сюда. Но это в любом случае сюда.
Значит, это вот так вот. Это... Нет, как так? Значит, вот так вот все-таки. Неправильно, ни хрена. Значит, вот так вот. Это значит вот так вот. Так, нужен источник питания. Уже начать надо запитываться. Уже надо начинать запитывать питание. Это вниз, скорее всего, сюда. Не, нифига, это сюда запитали. Прекрасно, налево пошло. Это будет, скорее всего, вот так сюда. Это будет, скорее всего, вот сюда, сюда, сюда. Это сюда. Нифига не так. Все правильно было. Это значит, вот все-таки вниз. Это запитали, значит, это будет запитан левый. Это будет вот так, вот сюда, сюда. Неправильно, вот этот будет так запитан. Запитать, во-первых, надо. Угу. Погнали сюда, сюда. Сюда. Это правильно вроде пока все. Так, что у нас не запитано? Не запитан, получается, вот этот у нас. Откуда его запитать? Ха! Откуда тебя запитать? И как, самое главное, тебя запитать? Это в любом случае так. Это не может по-другому быть. Обманочка была! Обманочка была, оказывается! То есть там был вариант? Не все нужно было использовать эти штучки. А это неправильно, это нечестно. Ты прикинь, оказывается, не все эти штучки можно было использовать. Ух. Так, еще одну надо загадку. 2,5 минуты. Быстрее. Че там, почему я умер? А, там же по ловушке надо бежать, окей. Нужно понимать, насколько он шагает. Опа. Тайминги, тайминги ловим. Очень неудобно. Очень неудобная камера. Камера колоссально неудобная. Сейчас мы с тобой разберемся, погоди. А у меня же нечем. У меня нету, я револьвер там оставил. Ладно, давай так разберемся. Где ты? Где ты? Давай быстрее. Ой, короче. Отстань. Мне вообще не до тебя. Дай с щитком разберусь. Так, быстро крайний. Крайний быстро делаем. Нет, это вот сюда. Значит, вот это... Блин, нет. Все-таки это сюда должно быть. Значит, это сюда. Это сюда, это сюда, это сюда. Это сюда, сюда, сюда. Окей, тут запитали, дальше поехали. Это вот сюда. Это, скорее всего, сюда. Прекрасно, сюда запитали. Пошло питание, подключили. Повернули, развернули. Откуда еще питание у нас идет? Прекрасно, вижу сюда, эту сюда. Эту сюда, эту наверх. Я надеюсь, таймер выключится, когда это все закончится, потому что иначе я не успею. Я не успею просто добежать, мне же надо будет еще с пацаном подраться. А это сложно. Сюда, сюда. Одна. Вот, вижу, хорошо. Где ты там? Иди сюда, быстрее. Очень мало времени. Очень мало. Давай, Басяра. Да иди отсюда. Какой ты долгий. Если я из-за тебя сейчас умру, если я из-за тебя проиграю, я тебя просто накажу. Время. Куда идти? Время. За насилие приходится платить. Нормально, все, я успеваю. За... 8 секунд! За 7 минут успели. Хорош. Ау! А можно мне какой-нибудь это для превьюшечки? Крупный планчик, пожалуйста. Фух, что-то я аж вспотел, короче. Погоди-ка секунду, а. Что-то я прям вспотел, прям вау! Прям меня в жар взяло. Эта маска, там будет все в газу. Пожалуйста, давайте там все в газу не будет. Уже близко. Путь к пониманию будет изломан, как само понимание моих действий. Тот человек.
босс все-таки, да? А я думал, босса на следующую серию ставим. Или тут еще не босс? Я сгорю? Сжечь замороженную руку. Я ее взял с собой, чтобы взять ключ. Гениально. А как ты возьмешь ключ? И как ты возьмешь ключ? А, вот так просто? Ну так не может быть. Так не может быть. У тебя бы рука сгорела. Ты бы не смог туда ничего засунуть, просунуть. Так, давайте похилимся, а то что-то как-то опасно. Вот это жесткая была загадка. Вот про эти вы загадки говорили? Да? 7 минут, я еле-еле успел. 8 секунд осталось. Не, погоди, я заходить не буду. Погоди, чувак, сейчас это разберемся. 3 трубы, что-то надо будет куда-то закрыть. Я надеюсь, не трубы опять тягать. Пишите в комментарии, да? Бояра, ты красавчик, лучше всех летсплееров, стримеров. Сделал эту загадку с первого раза, причем, заметили, да? Не считается то, что меня расхреначило там. А ты-то? Стой! Привет, Обе. Ты оградился от общества. Создал себе столь пустую жизнь, что пришел ко мне за испытанием, за поводом жить. Ты хочешь быть как я. Его что ли взять? Но только тот, кто понимает... Дайте крупный план, красивый. ...может дать другим возможность жить полной жизнью. Комната, в которой ты находишься, пристроена к большой печи. Детектив Тэп, твоя единственная надежда на искупление. Ну, как всегда. Если он не справится, температура возрастет, и жидкость в твоем теле сварит тебя заживо. Времени мало. Дайте крупный план, пожалуйста. Да, это оно. Да, есть? Все есть, хорошо. Это оно. Окей, давай, давай. Вот так, да? Да, вот так. На, мышка, пожалуйста, давай. Нет. Это. Нет, стой! Я не могу. Это такое дурацкое управление. Так, из этой вышло, в эту должно зайти. Я должен сам это сделать. Из этой вышло, в эту зашло. Хорошо. Не, это неправильно. Ты что, издеваешься? Да вниз! Не подгоняй меня, игра, пожалуйста. Я и так не очень... Вот эти трубы мне вообще не нравятся. Еще со времен, знаешь, чего? Эти трубы не нравятся. Ты еще со времен... Мой шанс. А как? Подожди, я не понимаю. А, вот. Ты уничтожаешь мой шанс. Блин, я не заметил сразу. Я, короче, эти трубы ненавижу со времен рафта. В рафте, в последней части, в конце была вот такая же задачка. Я прям меня накаляла. Етить, колотить. Тут еще трубы сломанные. Блин, вроде похоже. А, не, нифига не похоже, что ты мне. Вот. Ой, хорошо. Игра, только не подгоняй, пожалуйста. Я ненавижу, когда меня подгоняют. Вроде похоже. Стой! Завали. Максимальная сосредоточенность. Ты уничтожаешь мой шанс. Завали, пожалуйста. Так, подходит. Вроде подходит. Ты уничтожаешь мой шанс. Да. Я должен сам это сделать. Не подгонен, все это неправильно. Другая. Она, поехали. Нет, это моя игра. Завали. Подходит, вроде бы. Не, нифига не подходит. Не, не подходит. Не подходит, вот предыдущее. Я должен сам это сделать. Оно ничего не подходит. Опять неправильно. Предыдущее. Это уже было. Стой! Давай ее. Похоже. Очень похоже. Ты уничтожаешь мой шанс. Ну вот же оно, ну вот же оно. Почему не подходит-то? Подожди, потерпи. Там это, побей себя, чтобы это не горячо было. Побей пока себя, чтобы было не горячо. Нет, значит не она. Ты уничтожаешь мой шанс. Завали, пожалуйста.
Я должен сам это сделать. Я не могу. Я не получается. Ладно, извини, чувак. Ну извини, ну затупил, ну не смог, ну бывает. Давай снова. Фу, давай еще раз. Мне так-то к стриму надо готовиться. Давай, пожалуйста, это можно все пропустить. Вот эти синематики. Что там нажимать, чтобы пропустить? Вот, хорошо, единичку надо было нажать, чтобы пропустить. Так, ну ладно, не паникуем. Главное, без паники. Не оно. Вот оно похоже. Нет, не оно, нифига. Да, блин! Долбанное управление. Что это так? Я должен сам это сделать! Не надо, игра, меня подгонять, пожалуйста. Я сосредоточен максимально на успех и на удачу. А что не так? Почему не подходит ничего? Вот стой! Подходит же. Ты уничтожаешь мой шанс. Я не могу. Вот самая проблема этой игры, я уже говорил, из серии в серии. Тут максимально неудобно. Оно реально неудобно. Я не могу, оно неудобное. Мне неудобное управление совершенно. Вот я просто реально, я пытаюсь, но я не могу, оно неудобное. Вот просто реально я не могу. Я не справляюсь с этим управлением. Не так, значит. Да блин. Ну вот так же должно быть. Окей, хорошо. Вот это самое душное осталось. Самое душное осталось. Я возможно, тут надо сделать. Через обратку еще сделать. Но это не точно. Вот эта заглушка там, да, насколько я понимаю. То есть она сразу не подходит. Ее сразу отметаем, заглушку. Ясно, значит, это первая не та. Ты уничтожаешь мой шанс. Вот это значит, погнали. Нет. 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 Да, оно. Окей. Не оно. Ага. Нет, оно. Это моя игра. Как вот дальше-то, я не понимаю. Опять не оно, что ли? Я не понимаю принцип последней трубы. Стой! Давай все, давай, выбегай быстрее, дурак! Ты все испортил. Ты испортил. Опять! Так, погоди. О чем ты говоришь? А что, будет перевод? Я звал его. Дал объявление. А что пропускается-то все? Куда диалоги делись? Оу! Ой, я знаю, там эти знатоки будут в комментариях, они напишут, о чем они говорят. Короче, я объясняю. Я хотел испытаний, но ты меня спас, и теперь все подумают, ты что я... Ты просил этого? А ты нет? Зачем это тогда ты здесь? Слезербаги. Ты такой же псих, как и он. Ты видишь все это? Это все могло стать моим! Но ты спас меня, я буду ходить за тобой как буква Т и проклинать тебя. Ты Тэп! Все из-за тебя Тэп! Теперь я буду буквой как Тэп! Вот так вот. Я не знаю, короче, кто знает, что там было написано. Диалог можете в комментариях. И это баг. Это какой-то баг, официально заявляю. Чувак, может я тебя как-то заберу? Давай уж, раз уж на то пошло. Ну раз уж на всех превьюшечках у меня всегда чувачки какие-то. Давай будет еще один чувак. Вот так, кстати, хорошо. Вот так вот, кстати, хорошо. Я тебя заберу, да? Ну, я вроде был какой-то кадр. Может, на фоне кирпичной стены? Во.
Я даже не знаю, как тебе... Короче, все, на этом закончим. Душная серия, душная, прям жарко, как в крематории. На следующей серии продолжим, а пока подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, нажимай на колокольчик, обязательно подписывайся на все соцсети, ссылочки внизу в описании есть. Не забывай приводить друзей и подруг на канал, пиши в комментарии свои игрушки для прохождения. Самое интересное мы обязательно пройдем, залетай к нам в телегу, в дискорд и, конечно, в группу ВКонтакте. Все, ребят, с вами был Бояра, канале, и пока-пока. We'll be right back.